Я хочу представить Евгения Геллера. Евгений Геллер у нас проводит Международный финансовый форум уже который год? Уже третий год мы проводим форум. Третий год, и с каждым годом, я так понимаю, все больше народу, все больше интересных участников. А вот как этот форум позиционируется относительно всех остальных? Почему, какие у него особенности? Потому что слово «финансовый», «международный» используют очень много всяких мероприятий. Вот. Но почему именно здесь? Кого мы здесь хотим видеть? Кто здесь основные участники? Да, спасибо, Жень. Я бы сказал, что основное отличие нашего форума в том, что мы, в общем, изначально нацелены на то, чтобы форум носил практический характер, то есть чтобы форум вносил какой-то вклад именно в развитие финансового центра. Вот. Нам, правда, уже третий год подряд не удается не пригласить никого, кроме никого из Московского международного финансового центра. Вот. Хотя у нас побывала и английская рабочая группа Московского международного финансового центра, и франкфуртская группа Московского международного финансового центра. Вот. Ну, московский еще в будущем, я надеюсь, к нам потянется. Вот. Мы стараемся на нашем форуме познакомить российскую финансовую общественность, международную финансовую общественность. То есть у нас география участников от Маврикия до Каймановых островов, до, не знаю, там, Люксембург, Швейцария и так далее. Вот. И мы стараемся помочь российским компаниям выйти на международный рынок и иностранным компаниям выйти на российский рынок. Тогда такой вопрос. Если уже вот три года проводится мероприятие, есть ли какие-то success stories, есть ли какие-то интересные встречи, которые привели к сдвигу, может быть, в каком-то бизнесе или в каком-то, ну, я не говорю уже про регулирование, это все-таки больше глобальная задача, именно какие-то частные истории, где люди приехали, познакомились и что-то запустили? Да. Хороший очень вопрос. На самом деле, поскольку у нас очень много тематики именно создания структур, и те, кто эти структуры создают в большей части, это адвокаты, они, поскольку они не могут тайну разглашать, они нам подробности не рассказывают, но периодически после форумов, через некоторое время мы получаем подарки, и если мы получаем какие-то подарки, то мы видим, что это удачно. И на самом деле, есть много случаев, когда даже международные компании, вот я могу из того, что вот я могу сказать, например, компания Deloitte получила контракт от одной из компаний вот на нашем прошлогоднем форуме в октябре. То есть да, действительно, есть конкретные случаи успешные. Отлично. А если, например, говорить не о профучастниках рынка, там, брокерах, частных трейдеров, там, или там, юридических компаний, что-нибудь на этом мероприятии есть именно заточенное под задачи инвесторов? То есть тот, кто хочет найти новые продукты, новые возможности, что здесь можно найти интересного? Ну, да. У нас этот форум разделен на две части. Это первая часть, это часть, которая больше нацелена на подачу информации о международных финансовых рынках, о возможностях работать за границей, о возможностях привлечения инвесторов из-за границы и выхода на зарубежные рынки. Сегодня более такой день, посвященный российскому финансовому рынку, инвестициям в Россию. Вот у нас Роман Горюнов из РТС, Тимофей Мартынов, достаточно известный трейдер и блогер. Вот. Так что я бы сказал, что у нас очень хорошая комбинация из возможностей для российских компаний выхода на иностранные рынки и для того, чтобы поговорить о состоянии российского рынка, о том, как его развить, какие структуры работают на этом рынке. Вот как-то так. Хорошо. Спасибо, Евгений. Спасибо большое. Все. Так, мы на Международном финансовом форуме, и у нас Давид Серебренников. Давид Серебренников, он управляющий хедж-фондом «Росмикс». Что ты сегодня расскажешь участникам данного мероприятия, что интересного ты приготовил? Добрый день, Евгения. Очень рад вас видеть. Вот. Значит, что я сегодня расскажу? Я сегодня расскажу о нашем фонде, о его стратегиях. Собственно, именно этому будет посвящено мое выступление. Хочется отдельно сказать, что это один из немногих фондов, который является, скажем так,
который дает полностью абсолютно прозрачную инвестиционную стратегию. То есть это не black box, это такое полностью раскрытая стратегия. Мы рассказываем, как мы зарабатываем деньги для своих инвесторов, рассказываем о рисках, которые с этим сопутствуют, и как мы с этими рисками боремся. Поэтому сегодня я это же все в сжатой, правда, форме, конечно же, расскажу на конференции. Надеюсь, эта информация будет полезна не только для потенциальных инвесторов, но и для тех, кто думает самостоятельно запускать собственный хедж-фонд. Отлично. А вот какую цель ты ставишь перед собой? Так как форум достаточно профессиональный, возможно, это и просвещение аудитории, да? И, возможно, ты ожидаешь, что здесь будут инвесторы, ты сможешь их привлечь. На самом деле я всегда за просвещение аудитории, да, в общем-то я борец за финансовую грамотность населения, вот, и никогда ничего не скрываю, и считаю, что чем больше люди знают о том, как зарабатывать деньги, тем лучше. И я не боюсь абсолютно конкуренции, поэтому, да, в определенной степени я это делаю для того, чтобы поделиться своими знаниями и накопленным опытом. А с другой стороны, учитывая, что конференция такого масштаба, конечно, возможно, здесь удастся найти какие-то полезные контакты, связи, возможно, потенциальных инвесторов, партнеров и так далее. Отлично. Ну, я так понимаю, что ты один из первых публичных управляющих, которые в открытую рассказывают о том, что у них есть хедж-фонд, что они торгуют из России. Как ты видишь, такая вот закрытость индустрии, мало то, что инвесторы и управляющие мало знают об этой индустрии, она тебе помогает или это наоборот в какой-то степени тормозит развитие твоего проекта? С одной стороны, это тормозит, потому что приходится каждый раз объяснять и доказывать все плюсы и неизбежные минусы этого, да, проекта. С другой стороны, есть возможность быть своего рода первопроходцем. Это всегда приятно. Играет на руку, да, так или иначе. Поэтому трудности нас не пугают. Вот. Но я думаю, что со временем люди все-таки, ну, как-то будет развиваться, да. Вот это позитивный имидж все-таки хедж-фондов, хотя, насколько я знаю, на Западе все-таки он... Ну ладно, не опустим этот момент, но я надеюсь, что здесь он будет все-таки у нас более позитивным отношением. Поэтому как-то так. Да, я хочу пожелать тебе удачи, успехов, и я думаю, что у тебя все получится в твоих проектах. Спасибо большое, Евгения, и спасибо всем вам. Всего хорошего. Мы снова находимся на Международном финансовом форуме. У нас сегодня в гостях Софья Одинцева, она представитель Saxo Bank, одного из крупнейших европейских брокеров. Софья, что вы хотите узнать на Международном финансовом форуме? Что вы хотите здесь, с кем познакомиться, какие продукты представить? Я бы хотела познакомиться и получше узнать участников российского рынка, поскольку частные трейдеры являются для нас одними из основных категорий клиентов. И такое мероприятие, прекрасно организованное и собравшее такую отличную аудиторию, это как раз очень хорошая возможность завязать новые контакты, установить новые деловые связи и, возможно, заложить основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества. А какие продукты сейчас наиболее популярны среди российских управляющих и российских инвесторов, продукты Saxo Bank, которые бы вы хотели представить в ближайшее время или так представляете? В основном мы делаем акцент на продвижении нашей платформы Saxo Trader, которая позволяет частным трейдерам без лишних хлопот очень легко и очень просто работать на всех основных финансовых рынках. Это не только Форекс, это и рынок акций, и все остальные. Ну, то есть вы осуществляете доступ именно к международным рынкам? Да, к международным. Тогда такой вопрос. Я так понимаю, в ближайшее время к нам приедет Ларс Кристенсен, это основатель Saxo Bank. Может быть, вы расскажете, какая цель его визита и что он хочет показать своим визитом в Россию? Я так понимаю, это, по-моему, второй визит Ларса в Москву. Да, приезжает не только Ларс, приезжают главы всех региональных отделений Saxo Bank в Центральной и Восточной Европе. Основная цель его визита – это получше узнать потребности российских клиентов, рассказать им о возможностях и решениях, которые предлагает Saxo Bank, и
наладить тоже хорошие плодотворные связи, скажем так. Спасибо, спасибо, хорошего дня. Так, мы сегодня общаемся с Александром Жаворонковым. Наверное, наши зрители не знают, наверное, еще, кто такой Александр. Я думаю, что он лучше сам о себе коротко расскажет. А потом мы пообщаемся о том, какую эмоциональную речь он произнес у нас на Международном финансовом форуме, связанную с тем, как развивается в России институционализация частного трейдинга. Добрый день, всем привет. Как вы успели заметить, меня зовут Жаворонков Александр, и я частный трейдер на фондовом рынке России. Моя основная деятельность – это торговля на бирже, торговля производными от ценных бумаг. С помощью нее я зарабатываю деньги, обеспечиваю себя и свою семью. Отлично, очень коротко и здорово. Сегодня ты рассказывал о том, что твоя деятельность, она является, по сути, индивидуальным предпринимательством, но наше законодательство и наша инфраструктура российская, она не позволяет все это реализовывать в более-менее легальном поле. Какую проблему ты на текущий момент видишь, и как ее можно было бы решить силами государства, силами биржи, силами участников рынка? Не-не-не, не надо так говорить, потому что если мы предположим, что я занимаюсь индивидуальным предпринимательством, означает, что я совершаю что-то противозаконное, потому что для того, чтобы заниматься предпринимательством, нужно либо образовывать юрлицо, либо простое товарищество, либо ну, какую-то такую совершенно по-другому себя вести. Конечно же, я работаю только на себя, я один, и я как физическое лицо просто работаю на бирже, и поэтому никаким индивидуальным предпринимательством заниматься я не могу по определению. Ну, хочу. Я не знаю, конечно, я же не хочу, потому что, допустим, если бы я по упрощенке, ну, допустим, я стал бы ИП, да, индивидуальным предпринимателем, там есть такой вариант, что я плачу налог с оборота. Мой оборот, он в сотни, тысячи, может быть, даже миллионы раз превышает мой доход. Поэтому, если я заплачу налог с оборота, то это будет такая сумма, которую заплатить, в принципе, невозможно. Ты спасешь нашу страну. Да, я спасу нашу страну и еще Грецию, как бы, довеском, на сдачу. Вот, поэтому, к сожалению, в настоящий момент у нас абсолютно не развит институт частного трейдинга. То есть люди не могут в понятной им форме объединяться и зарабатывать деньги на бирже в правом поле. Конечно, если это изменится, то абсолютно правильный подход, абсолютно правильная тенденция. А какие шаги ты бы видел вот основные? Вот, предположим, случилось чудо, и тебя все пришли слушать и сказали, мы завтра все сделаем. Вот какие бы основные шаги ты назвал? Я бы как раз назвал один из основных шагов – это какие-то фантастические условия для вот так, физических лиц, таких как я. Потому что в нашей стране катастрофически мало в процентном соотношении людей, которые торгуют на бирже. Если мы сравниваем с развитыми странами, то оно в десятки раз меньше в процентном выражении, чем в развитых странах, в Америке, в Англии и более того, даже в неразвитых странах, там в Китае или где-нибудь в Бразилии, процент людей, занимающихся фондовым рынком, он на порядок выше. Вот. Поэтому ничего страшного не случится, если мы предложим частникам в текущей ситуации в нашей стране какие-то фантастические условия, какие-то фантастические предложения по налоговым схемам, по способам организации в маленькие, так сказать, трудовые коллективы, которые могли бы зарабатывать на бирже. И государство это не потеряет, но мы получим очень сильный импульс к развитию внутреннего рынка в нашей стране, который на текущий момент полностью отсутствует. Практически полностью. Но ты не видишь здесь риски? У нас же, как всегда, когда что-нибудь разрешают, очень много людей сразу начинает искать эффективные способы, например, для вывода денег за границу так, через таким методом, или там, занимаясь совершенно другой деятельностью, снижать себе налоговую базу, например, не торгуя на бирже, а делая что-то другое. То есть ты видишь эти риски, или это уже проблема тех, кто будет писать данный закон? Ну, конечно, такие риски есть. Мне кажется, любое дело, которое мы в нашей стране начинаем, оно подвержено таким рискам. Например, вот вчера я уже говорил, читал, что Следственный комитет России хочет ввести уже, подготовил проект закона, где будет написано о том, что
я должен буду объяснять, почему я сделал ту или иную хозяйственную сделку. Например, если я продал «Газпром» по 150 рублей, а купил его вчера по 140, то есть вариант, что я просто украл за 150 рублей «Газпром» у кого-то там. То есть какая-то просто чушь, и надо с этим разбираться, надо садиться и прописывать нормальные условия для работников фонда труда. Это отлично, такой хороший пример привел, он очень показательный. Как ты вообще расцениваешь вот в ближайшее время, что нас ждет вот в развитии рынка? Будет все хорошо или будет все плохо, или мы все соберемся и сами все сделаем? Ну, ответ на этот вопрос очень простой. Очевидно, что все будет хуже, потому что все, что мы видим сейчас происходит в стране, это предпосылки для того, чтобы стало еще хуже. Бизнесу затягивают гайки. Рынок, насколько я знаю, у меня есть знакомые люди, которые общаются с чиновниками. И чиновники прямо говорят, нам эта тема вообще не интересна, нафиг не нужна, ничего мы делать не будем. Поэтому, я не знаю, сколько мы еще продержимся. Спасибо. Я надеюсь, у нас все будет хорошо. Я верю, что у всех будет все хорошо, потому что все это не главное. Главное – здоровье, семья, любовь и хорошие отношения. Мир на земле. И мир на земле. Да, это все деньги и вообще барахло. Все, отлично, спасибо. Спасибо, Александр.